Уважаемые партнеры, добрый вечер. Сегодня мы проводим немножко необычную презентацию. Дело в том, что у нас очень много новостей, очень хорошие новости. Ну и понятное дело, что у нас у админсостава сейчас очень много работы. Начнем с того, что у нас заканчивается наша первая стадия. Это очень хорошая новость, так как она означает то, что уже большое количество людей уже построили себе структуру, то есть у многих уже, те, кто заинтересован построить себе пассив, уже есть как команды, уже есть первые линии активных людей. Соответственно, вот этот период, когда мы наращивали себе структуру активных, уже заканчивается. Мы переходим во вторую стадию, то есть мы уже делаем первый шаг построению нашего пассива, то, к чему мы, в принципе, благодаря потоку стремимся. В чем будет это заключаться? Как уже сегодня сказал программист, он уже подходит к концу, то есть уже делаются последние шаги к тому, чтобы подключать к нам нашу рекламную площадку. То есть сейчас, как только он закончит, мы проведем тесты определенные, и как только все будет хорошо работать, подключаем площадочку. Как только подключится площадка, начинается второй этап. Это значит, что все наши дорогие пассивщики, те, кто любит просто пассив, не любит вкладывать, не любит приглашать, просто любят просматривать рекламку и на этом зарабатывать, уже можно их активировать, уже можно будет рекламировать наш проект не как проект, где нужно вкладывать и искать, а как проект, где можно просто заработать деньги без вложений, без поиска, без ничего. Как только начнется эта стадия, будет очень важный вебинар, и я попрошу подключить к нам на вебинар достаточное количество участников, тех, которые будут делать рекламу, которые будут подключать именно, активировать именно людей уже на пассив. Далее, я думаю, что изменятся и сам интерфейс, то есть кабинеты немножко изменятся, наши курсы останутся в силе, то есть по курсам вы будете получать доход, это само по себе, и плюс второй доход, это доход с того, что люди будут просматривать рекламку. Вот это очень важно, потому что это уже второй этап нашего развития, и мы движемся, в принципе, в правильном направлении. А вот дальше, что у нас еще хорошо? У нас то хорошо, что сейчас я нашла два варианта автоприглашений, то есть два варианта, которые облегчат работу. Сейчас я их рассматриваю, сейчас я их подгоняю под наш поток на сегодняшний день. И как только один из вариантов будет готов, он будет выложен у нас в первую очередь ВКонтакте, в группе ВКонтакте, в чате ВКонтакте. И во всех остальных чатах тоже, то есть можно будет посмотреть, как это работает, можно будет подогнать под себя и на нем уже более просто, более легко продвигать и свою страничку ВКонтакте, и свою страничку в потоке и так далее, то есть наращивать опять-таки структуру. Это второй этап наш. Еще что новое у нас, это то, что у нас не два раза в неделю будет проходить вебинар, а только один раз в понедельник в это время. А в четверг мы будем делать наши курсы. Потому что времени хронически вот у меня, допустим, не хватает. Поэтому, так как маркетинг уже знают практически все и есть видео по маркетингу, то более эффективно в четверг сделаем курсы. В четверг будем мы учиться по рассылкам сейчас пройдет курс, а потом будет подключаться еще на курсы, будем подключать нашего Титова, который будет тоже с нами работать. Вот. И каждый понедельник будем оповещать вас о наших новшествах, о том, что у нас нового, как мы продвигаемся. У нас еще, как обычно, регистрации. Просмотрите, пожалуйста, регистрации. Опять есть логины имейлами и опять есть на русском языке. Если кто найдет, я очень прошу связаться с этими людьми, особенно если эти люди у нас активные, если они уже оплаченные. То есть они сами по ссылочкам не кликают своим реферальным, они их просто дальше передают. И вместо того, чтобы попасть под
человека, который проделывает работу, попадают под бог знает куда. То есть вот это, пожалуйста, проследите у своих участников, у своих партнеров, потому что это очень-очень важно. Что еще? Как говорилось, завтра курсов не будет. Курсы переносятся на четверг. Соответственно, те, кто проходят обучение сейчас, кто был уже в группе первой, кто хочет послушать вживую, приходим в четверг. Это будет следующий четверг, и третий курс будет у нас через четверг. То есть на этом заканчивается эта серия курсов, потом пойдет только практическая работа. Новшество, каждое новшество будет каждый понедельник. То есть куда мы двигаемся и как. На сегодня ответы на вопросы, я не думаю, или будут. Я сейчас запись делаю. Дело в том, что действительно хронически времени не хватает, и поэтому такая коротенькая презентация чисто по тому, что у нас есть, и потому, что у нас будет. Готовьте ваши проекты, когда откроется наша площадочка. У каждого из вас есть еще 1, 2, 3, 5 сайтов, где вы работаете, можете приготовить их, так как именно эти сайты можно будет выложить на нашей рекламной площадке. Как она будет работать, будет сказано еще отдельно, то есть на эту тему будет отдельный вебинар. Это подключение будет нашего нового модуля. Я попрошу те, кто у нас делают видео, те, кто у нас делают рекламу, я попрошу отдельно сделать вебинар, когда подключится этот модуль, потому что это очень важное событие у нас. Если есть вопросы у вас по маркетингу, по работе, прошу задавать их в чатах. На сейчас я буду заканчивать. Благодарю вас за то, что вы пришли. Всего хорошего.